Смотри, какая красота. Повези меня. Ты посмотри, какая красота. У меня носика болит. Ну, я не взял перчатки. Так что пойдем. Я тебе могу свою дать. Я тебя повезу в Стрелецком парке, но не сейчас, хорошо? Ну, папа, это и есть Стрелецкий парк. Да мы сейчас чуть-чуть пройдем, и там уже парк начнется. Пошли, быстренько. Папа. Беги, черепашка, я хочу тебя снять, как ты у лайфхак меня болит придумала. Нога. Ну, пройдись потихонечку. Нога. Ты как черепашка. Ну, давай. Еще чуть-чуть осталось. Мы своих не бросаем, пошли. Папа, повези меня. Куда? По снегу. По снегу. Хитренькая. Все-таки заставила, да? Что? Говорю, все-таки заставила. Да. Ой. Какая красотища. Гляди, какой мини вишневый пирожочек. Хочешь попробовать? Тебе больше горячий шоколад нравится или какао? Это и то, и то одинаково. Просто по-разному называется. Да? Ну ладно. Можно? Аккуратно, ты сейчас шоколад разольешь свой. Что это такое? Потом давай. Надо горяченького, а то ты разбегалась, распарилась, сейчас холодного хряпнешь и все. Шоколада много? Или пока не видно? Да я до него еще не дошла. Половину уже съела. Вкусненько. Попробуй мой пирожочек с вишенкой. Вишенка есть? Да? Ну что вкуснее? Не распробовала. Вишня тебе не понравилась. Нашла? Вообще-то это, папа, не маршмеллоу, а разбавки как маршмеллоу. А кто? Маршмеллоу расплавилось, ты не понимаешь, что ли? Правильно, в шоколаде, в горячем своем. Конечно, в горячем. Что такое? Горячо и невкусно. Горячо и невкусно, сахара может добавить? Пожалуй. Расколошматить теперь это все надо. Теперь будет вкусненько? Не знаю. А это все просто. Ты варись, мое варенье необыкновенное. Что теперь? Получается, у меня есть машина. Ты мультики смотришь? Пойдем кататься. Да я попью. Распробовала, да? Горячо только. Согрелась? Хоть чуть-чуть. Угу. Бабушка такого не сделает, да? Угу. Красивая елочка? Да. Нравится? Да. Нычка у тебя там будет, да? А ну, лайфхак. Покажи нам свой лайфхак. Меня тут кола лежит. Ну давай, открывай. Позырим. Так. Вот и что там? Кола. А ну достаньте. Захотел попил, захотел положил, да? И закрыл. Ну, круто. А сахар ты куда положила? В карман. Молодец. Затарилась, да? Да.
Все? Пап, помоги застегнуть. Ну сейчас, вставай. Кира, ты знаешь, что ты поднимаешься, как твой дедушка? Как? Но он только не поднимался, он так домой приходил. Знаешь почему? Почему? Потому что он был пьяный постоянно. Вот когда ты не будешь вырезать, а бабушка полностью видео покажет. Ну посмотрим. Что посмотрим? Что бабушка ответит? Бабушка Галя? Бабушка моя. А я вообще-то за дедушку. Знаешь какого? За какого? Миша, который был мужем бабушки Гали. Когда бабушке Гали скажу то, что он говорил, плохо проснулся. Она сама так говорила. А я скажу, он говорил гадости, матерился при этом. Я не матерился. Давай, езжай. А все равно. А потом на стиль пьяного воина поможет тебе подняться на гору. Тебе помочь? Нет, сама. Ну давай, корячься. Раскоряка. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Давай, давай, давай. Давай, пузик. У тебя получится. До свидания. Давай ногами вставай. Чего ты ползешь? Не упадешь, вставай. Как погуляла? Хорошо. А еще тебе удобно идти с рюкзаком? Да. Ну иди. А ты колу достала? Нет. В рюкзаке?